каждым годом мы все чаще сталкиваемся с необходимостью использования надежных и стабильных блокчейн-систем для торговли криптовалютой по всему миру. На сегодняшний день существует множество проектов, которые предлагают свои услуги на основе блокчейна, но больший интерес вызывает проект Xinfin. В данном видео мы рассмотрим особенности и задумки Xinfin, а также проанализируем их дальнейшие планы. Xinfin – это гибридная блокчейн-сеть, которая объединяет в себе все преимущества частного и общедоступного блокчейна. Xinfin поддерживается за счет собственной монеты XDC. Монета такого типа использует архитектуру Xinfin Delegated Proof of Stake (XDPOC) – децентрализованный способ проверки транзакций, что позволяет поддерживать смарт-контракты и обрабатывать более 2000 TPS с незначительной комиссией в менее чем 0,001 доллара при высокой скорости подтверждения в 2 секунды. Удобство в использовании и особый уровень безопасности склоняют большинство опытных пользователей к использованию Xinfin. Ранее было отмечено, что в основе проекта Xinfin лежит монета XDC, которая является цифровым активом, управляющим сетью Xinfin. XDC можно приобрести на биржах первого уровня, таких как BitRue, Bitfinex, Probit и другие. Чтобы каждый смог приобрести монету XDC, необходимо показать краткую инструкцию. Для примера приобретаем XDC на 10 баксов через биржу Probit. По актуальной ставке одна монета XDC стоит около 0,03 долларов. Вписываем необходимое значение в поле для ввода данных и подтверждаем выполняемую транзакцию. В результате транзакции мы смогли приобрести более 300 XDC монет, что является отличным вложением и поддержанием проекта Xinfin. Приобретенные монеты можно хранить в удобном кошельке Garda, который является универсальным решением для пользователей Android, iPhone, а также для пользователей ПК. Процесс хранения XDC довольно прост и не потребует от вас получения дополнительных знаний. Интуитивно понятные шаги позволяют пополнить ваш кошелек монеты XDC и использовать их в дальнейших операциях. В качестве аппаратного кошелька оптимальным решением станет использование кошелька Descent, который является самым простым и безопасным кошельком на данное время. Если вы являетесь пользователем данного кошелька, то вы сможете беспрепятственно хранить в нем множество монет, в том числе и XDC. Важной особенностью проекта Xinfin становятся особые утилиты, которые расширяют функционал данной системы. Утилита TradeFinex направлена на поддержку малым и средним предприятиям создавать собственные финансовые потребности в цифровом структурированном виде. Это необходимо для обеспечения эффективного распространения ценной информации для банков и небанковским спонсорам, используя единый стандарт распределения. Утилита BlockDegree представлена в виде децентрализованного приложения в сети Xinfin XDC Network, который позволяет студентам и всем желающим участвовать в онлайн-обучениях и получать новые навыки в режиме онлайн. После успешного прохождения обучения и сдачи онлайн-экзамена выдается сертификат, хранящийся в сети XDC, который вы сможете показать всему миру и потенциальным рекрутерам. Утилита MyContract является промежуточным программным обеспечением, которое объединяет две любые централизованные системы, используя децентрализованные API на основе блокчейнов XDC. Также стоит отметить, что XDC можно использовать для бронирования отеля и авиабилетов на XL Trip. На сайте проекта Xinfin представлена дорожная карта, описывающая дальнейшие планы команды по развитию и улучшению проекта в целом. Самыми важными из них являются планы по созданию надежной инфраструктуры поддержки для сети XDC Mainnet с новыми интеграциями с кошельками, а также стимуляция быстрого внедрения XDC с DApps, которые в данный момент работают в сети XDC. Оба направления активно прорабатываются и постепенно приближаются к своему завершению. Xinfin – весьма перспективный и интересный проект, который способен достигнуть больших успехов. Нам же остается только наблюдать за его развитием и быть в курсе самых последних событий, связанных с Xinfin.